ProDexpo 2021 снова в эфире. Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной новый спикер. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Денис Русских, я коммерческий директор компании «Вита». Омский производитель макаронных изделий, фунчозы и рисовой лапши. Давайте немножко поговорим про ассортимент. Вот вижу как раз фунчозу. Чем она примечательна и так популярна? Мы на сегодняшний день первый промышленный производитель фунчозы, рисовой лапши, а к концу года и спаржи. Значит, производим конкурентный продукт, являемся импортозаместителями, ну, то есть проводим импортозамещение не на словах, а на деле, то есть создаем конкурентный продукт и, собственно, ну, вкусно, полезно. Правильно я помню, что непосредственно вот эта ваша линейка является вообще единственной в России, и аналогов ей нет. Да, у нас фунчоза и спаржа мы готовим как в обычной упаковке для приготовления дома, так и в формате быстро завариваемой лапши. Вот стаканы там по 75 грамм фунчоза и рисовая лапша. То есть очень удобно готовить. Открыл крышку, залил горячей водой, кипятком засыпал там ингредиенты и получил вкусный, полезный продукт. В составе только фунчоза или рисовая лапша. Сухие овощи, специи и соевый соус. Только все только полезное, ничего вредного. Да. Мы перестанем сейчас делать вид, что не видим этой медали и этой диплома. И, конечно же, хотим теперь поговорить об этом. Как я знаю, вы, получается, предоставили свой продукт на суд нашего жюри и получили почетную премию «Лучший продукт 2021 года». Давайте немножко об этом расскажем. Да, все верно. Мы подавали свои продукты «Яичная лапша». И паназиатская линейка фунчоза и рисовая лапша. Мы получили кубок победителя, нас наградили золотой медалью нашу продукцию. И вот вручили диплом победителя международного конкурса «Лучший продукт 2021 года». Поздравляю вас, это успех, то, что ваша линейка оказалась не только вкусной и любимой пользователями и потребителями, еще и наши члены жюри тоже оценили ее и сделали лучшим продуктом. Я желаю вам удачи и надеюсь, что в следующем году медали и кубки тоже найдут вашу продукцию, а вы привезете нам еще что-то более новое, более вкусное, что опять заберет сердечки и кошельки наших покупателей. Спасибо, будем стараться радовать вас вкусной, здоровой пищей.